Thank you.
Thank you.
нашу программу, позвольте сказать несколько слов об оркестре. Духовой оркестр Петрозаводской государственной консерватории был создан в сентябре 2012 года. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист из Карелии Юрий Викторович Ковалев, разработал основной многожанровый репертуар оркестра. В марте 2013 года оркестр становится лауреатом 7-го международного фестиваля музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки». С сентября 2013 года оркестром руководит преподаватель оркестрового класса консерватории Сергей Ярославович Журбенко. С момента своего творческого существования оркестр стремительно набирает профессиональный уровень. Репертуар оркестра становится широк и многогранен. В него входят русская и зарубежная классика, музыка корейских композиторов, марши, вальсы, эстрада, современные произведения. Сегодня вашему вниманию будет представлена разнообразная программа. Прозвучат сочинения великих классиков, а также музыка всеми любимых советских композиторов. Особый интерес представляет звучание произведений, которые были переложены и аранжированы специально для духового оркестра. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 5. Первая часть.
предполагаемых актеров были ярко запечатлены в музыкальной сюите Петра Ильича Чайковского «Сказки Островского «Снегурочка», которая стала его подлинным шедевром, одним из самых вдохновенных сочинений, наполненных светом, богатством красок, буйным цветением сказочных колоритных образов. К сожалению, после своей премьеры в 1873 году этот музыкальный спектакль недолго держался в репертуаре театра. Однако сюита Чайковского постепенно стала звучать в качестве отдельных, самостоятельных музыкальных фрагментов на концертной эстраде, что продолжается и по сей день. Петр Ильич Чайковский. «Пляска скоморохов» и сюиты к сказке Островского «Снегурочка». Thank you.
Несомненно, юмор в музыке является интересной темой для обсуждений. Существует множество разновидностей комического. Юмор, ирония, насмешка, сатира, пародия и многие другие. Все эти виды комического можно обнаружить и в музыке. Одним из музыкальных жанров, принадлежащих к области сатиры, является юмореска. К ней обращались многие композиторы, в том числе и Родион Щедрин. В своей юмореске для фортепиано он мастерски применяет музыкальные приемы для достижения юмористического эффекта. Скрежещущие мелодические сочетания и причудливые ритмические перебои в ритме неторопливой польки. Произведение вышло настолько ярким, что его не раз перекладывали для разных инструментов и составов, в том числе и для духового оркестра. Родион Щедрин, юмореска. Thank you.
Чернецкого навечно вписана в книгу музыкальной истории нашей страны. Вряд ли среди нас найдется человек, не слышавший марш, парад или праздник побед. И между тем, имя автора этих знаменитейших произведений знакомо немногим. Семен Чернецкий является одним из создателей советского военного марша. Его музыка побуждала наших дедов и прадедов идти на поле брани и сражаться за наше счастливое будущее. До сих пор по всем воинским частям и гарнизонам военные оркестры играют знаменитый марш Чернецкого, отдавая честь его памяти самим своим существованием и музыкой, несущей в своей сути истинный дух патриотизма. И сейчас прозвучит одно из его произведений, которое также иногда называют «Будапешт марша». Семен Чернецкий. Вступление Красной армии в Будапешт. Thank you.
называется «Оркестр школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах».
Thank you.
– это грандиозное и зрелищное событие международного фестиваля «Серебряные звуки». Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки» появился в 1995 году на основе конкурсов, которые по инициативе Творца творчества детей и юношества Петрозаводской консерватории с 1986 года ежегодно проводились в Петрозаводске. Художественный руководитель проекта, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Петрозаводской консерватории, заслуженный работник культуры Карелии, профессор Роман Федорович Воробьев. Конкурс «Серебряные звуки» – это большая школа для молодых музыкантов, их педагогов и концертмейстеров. Участники конкурсов 2011-2016 годов имели возможность присутствовать на открытых уроках, мастер-классах и лекциях профессоров Парижской консерватории Габриэля Фюме, консерватории города Турку, Финляндия, Олега Сытянко, университета города Дулут, США, Теодора Шона, Марка Битва, профессора Российской академии музыки имени Гнесина, академика Всемирной информационной академии Ивана Пантелеевича Мозговенко, профессоров Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Виктора Васильевича Сумеркина, Ольги Степановны Чернязевой, доцента Бориса Паркентьевича Виноградова, а также профессоров и педагогов Петрозаводской государственной консерватории. В конкурсе регулярно принимают участие молодые музыканты из различных регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Свое мастерство на суд профессионального жюри представляли молодые музыканты из Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, из городов Москва, Великий Новгород, Нижний Новгород, Саратов, Смоленск, Калининград, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, Екатеринбург, зарубежные музыканты из Белоруссии, Украины, Монголии, Эстонии, Китая, Финляндии и США. Реализация проекта «Серебряные звуки» является важным проектом в совершенствовании музыкального образования Республики Карелия и Российской Федерации. Богатый музыкальный материал, наличие в республике сети музыкальных школ, двух музыкальных колледжей, консерваторий создают все условия для проведения конкурсов «Серебряные звуки» на высоком профессиональном и организационном уровне. Иоганн Себастьян Бах, токкато ре минор, рок-версия. Исполняют лауреаты Международного фестиваля юных музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки», студенческий духовой оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова и оркестр школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах Дворца творчества детей и юношества. Художественный руководитель и дирижер Сергей Ярославович Журбин. Thank you.
духовой оркестр. Такова была прекрасная традиция русского музыкального быта в конце 19-го, начале 20-го века. В городских парках и садах в летнюю пору играют духовые оркестры. В репертуар садовой музыки входили увертюры и сюиты, фантазии и попурри, марши, кадрили, польки и непременно вальсы, которые так приятно было слушать, сидя чуть поодаль на скамейке или прогуливаясь по аллее с садом. Евгений Дрезин, вальс «Березка». Андрея Петрова простирается от песен до крупных симфонических полотен,
балетов, опер, инструментальных концертов. А многие отечественные фильмы своей долгой эстрадной жизнью обязаны именно музыке Петрова. Андрей Петров, увертюра к кинофильму «Укрощение огня».